Всем привет, дорогие зрители! Вы находитесь на канале Криптосфера, и мы с вами продолжаем обозревать новые интересные криптовалютные проекты. И в этом видеоролике у нас будет продолжение обзора проекта под названием Shinsu, и будем с вами рассматривать их white paper, а то есть их презентацию. Погнали к обзору! И вот, ребята, мы с вами перешли на нашу презентацию. Я буду переходить к основным темам, и мы будем с вами их подробно рассматривать. Я буду про них говорить, некоторые моменты буду вам для вас переводить. Здесь же рассказано, что Shitsu Universe — это их метавселенная, в нее входит вся сила мемов, и также она связана с реальными фишками, такие как NFT-майнинг, и также их метавселенная. А мы переходим к следующей теме. И вот, ребята, нас интересует этот слайд, так как здесь более подробно рассказывается про их саму биржу, Exchange. Здесь рассказывается, почему Shinsu биржа не такая, как все остальные мем-токен биржи, потому что она вместе с ней соединены все вот эти Shitsu NFT майнинг и также их Metaverse протокол. То есть это три в одном. Это их обычная биржа с мем-токеном, также там есть всякие NFT майнинг и тому подобное, и их Metaverse, который они привлекли около 10 миллионов человек. Здесь немного предыстории, как вообще создавался данный проект, и вот их слоган — это «Ни один шибаину не обходится без Shitsu». И здесь немного истории, как это вообще все зарождалось, то, что они хотели строиться на данном токене шибаину, как они сотрудничали и рассматривали все возможные варианты. И также с этой историей связано то, как они смогли привлечь около 10 миллионов человек. Обязательно я оставлю ссылочку в описании, прочитайте и посмотрите. Здесь немного об их токене и что вообще они хотят реализовать с помощью него. Они хотят, чтобы каждая платформа, которая будет у них, это биржа, имею в виду и NFT, и там, где просто будет мемон токен, и просто их метавселенная, они все хотят, чтобы главной валютой была именно Shitsu токен, их токен. Это также, я, по-моему, если не ошибаюсь, они хотят в будущем сделать свой стейблкоин. И думаю, возможно, они на этом и построят данные биржи и все в этом духе. Здесь немного информации, почему Shitsu Exchange — это будущее. Впервые это можно видеть, что это очень хорошо сделанная экосистема. За программирование у них высококлассные специалисты работали над данной биржей и технологиями. Также стабильное будущее для их NFT, так как они будут это все делать с помощью алгоритмов, и уже будет какая-то база, то есть в виде их токенов. И они хотят это все соединить, так что будет намного легче. И смарт-контракты, точнее безопасные смарт-контракты, все транзакции и тому подобное тоже в безопасности. Ребят, на этом мы будем с вами заканчивать. Я растяну данную презентацию на два видеоролика. В этом видеоролике мы с вами разобрали все самые важные моменты первой части. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.